Ханты-Мансийске открылся международный IT-форум. Старт международному событию дали на пленарном заседании, в котором приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Василий Сысуев работает сегодня на форуме, и он выходит на прямую связь со студией. Василий, тебе слово. Добрый день, Дмитрий. Да, старт дан. Этот форум, я хочу отметить, что не менее масштабный, чем предыдущие. Участвуют 40 стран и больше 70 регионов России. А программа мероприятий насыщена самыми разными событиями. Это выставки современных технологий, международные конференции на самые актуальные темы от кибербезопасности до подготовки кадров для отрасли. Отмечу, что на полях форума работает и губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона провела несколько рабочих встреч с федеральными экспертами. Например, с директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым. Платформа, которую ассоциация создала для взаимодействия в таком очень важном инновационном направлении развития экономик, общества в регионах Российской Федерации, это то, в чем мы заинтересованы. И то, как ставит задачи и решения, которые принимает ассоциация, действительно носят стратегический характер. Мы сегодня проговорили, что одно из направлений нашего сотрудничества это будет молодежная политика, это создание и включение Ханты-Мансийского автономного округа Югры в проект «Технологическое предпринимательство» – это для школьников. Это очень большой проект, который мы делаем для всех субъектов наших. Это работа по обмену лучшими практиками с малым бизнесом. Добавлю, что сегодня на поле форума губернатор собирается подписать несколько соглашений о сотрудничестве, например, с Пермским политехническим университетом. А на этом у меня все. Дмитрий, передаю тебе слово. Спасибо. На прямой связи со студией был Василий Сысуев. Он сегодня работает на IT-форуме.